Здравствуйте! В эфире «Тема дня» – передача для тех, кто хочет за минимальное время получить максимальное количество информации о темах, волнующих жителей Омской области. Сегодня мы поговорим о земле. Земельный вопрос краеугольным камнем лежит на протяжении всей российской истории. Споткнулись о него не один политический деятель, и вот в очередной раз проблема возникла в Омске. Речь идет о распределении между многодетными семьями участков земли. Почему хорошая инициатива по безвозмездному распределению этих самых участков земли начала пробуксовывать на этапе исполнения закона и как выйти из сложившегося тупика, мы пригласили рассказать в нашу студию министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова. Вадим Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну давайте вспомним, что это за закон, кому он предоставляет, кто по этому закону может получить землю, собственно говоря, с чего все начиналось. Начиналось все с изменений в земельный кодекс. В 2011 году соответствующие изменения были приняты и предусмотрели возможность для субъектов Российской Федерации устанавливать процедуру бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Исходя из этого посыла, мы понимаем, что предоставляется земельный участок, во-первых, многодетной семье. Во-вторых, семья должна быть нуждающейся в улучшении жилищных условий. При этом сразу отмечу, что не обязательно для этого стоять на очереди на улучшение жилищных условий. Главное, сам факт нуждаемости, который проверяется при постановке на очередь. Ну и в-третьих, естественно, семья должна обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного участка. Вот почему, так сказали, споткнулись? Ну, наверное, не споткнулись, может быть, слишком громко это сказано на сегодня. Просто ну, смотрите, дело-то вроде простое, бери, раздавай землю, да, и в области так и происходит. А в городе почему-то очередь образовалась там в 1500 человек, по-моему, в 1500 семей. Если по численности сказать, да, у нас во всей Омской области очередников в несколько раз меньше, чем в одном только городе Омске. Если там на район приходится 200, 300, 100 очередников в среднем, и там достаточно свободно закрываются земельными участками эти потребности. Некоторые районы уже работают на перспективу, на возникновение новых очередников. Кроме того, там процент, мы делали анализ, процент обратившихся многодетных семей за землей ниже, чем в городе. В городе у нас, если к цифрам обратиться, больше 7 тысяч многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, потенциально могут встать на очередь. Из них уже больше 1500 подали заявление, 1410 семей на сегодня уже признаны очередниками. Предоставлено всего 64 участка на территории города. Ну, так на ваш взгляд, почему происходит такая заминка? В чем не хватает земли, еще какие-то проблемы? Ну, первую причину вы назвали. Действительно, земельных участков в городе не хватает. Потому что не любой земельный участок, вот, кажется, выйди, у нас в черте города полно пустырей, полно заросших бурьяном территорий, но далеко не все земли могут быть предоставлены для жилищного строительства. Второй аспект, у нас приняты в городе правила землепользования и застройки, и зоны жилищного строительства тоже четко определены. Эти участки должны в эти зоны попадать, и за пределами зон жилищной застройки такие участки находиться не могут. Поэтому проблема выбора земельных участков, она существует, и она достаточно острая. В городе Омске удалось сформировать около 300 земельных участков. Очередь у нас, как я уже сказал, 64 человека получили участки. То есть немножко предоставление отстает от формирования земельных участков, но тем не менее их все равно мало. 1400 человек стоит на очереди, на днях и всего 300 участков сформировано. Межведомственная комиссия, да, я так понимаю, на ней будут искаться пути выхода из этой ситуации. Вот с какими предложениями вы будете выходить на эту межведомственную комиссию? Какие у вас планы есть по решению этой задачи? Ну, касаясь первой проблемы, нехватки земельных участков, будем, естественно, выходить на эту комиссию с предложением, во-первых, формировать земельные участки в составе других территориальных зон, там, где возможно изменение этих зон на жилищное строительство. Будем такие территории искать. Второе предложение, оно уже неоднократно озвучивалось. У нас на территории города почти 30% земель, 28%. Это территории федеральные, в основном территории военные. То есть закрепленные за Министерством обороны. Естественно, такие территории сейчас Министерством обороны не используются. И не требуется им таких значительных земельных участков. Поэтому будем выходить на нового министра обороны с предложением все-таки о передаче в собственность муниципалитета или в собственность региона. Здесь мы уже большой разницы не видим.
как это удобнее будет сделать Министерству обороны, так мы и согласимся, вот этих вот площадок. И третья проблема, она на сегодня у нас основная, которая сдерживает продвижение очередности, это процедура выбора, процедура предоставления непосредственно уже земельного участка. На сегодня у нас процедура предусматривает такой порядок. Подходит очередь человека, он вызывается в администрацию соответствующего муниципального образования, ему предлагается несколько участков, и он имеет право выбора из этих участков. Естественно, человек хочет с семьей посоветоваться, на место выехать, родственникам показать этот участок. Процедура затягивается. В среднем у нас, мы посчитали, получается по городу один человек в неделю выбирает участок. То есть, а теоретически, если я правильно понял, он может выбирать сколь угодно долго, и очередь не будет двигаться? Теоретически, да, он может практически остановить очередь. Остановить продвижение. Поэтому вот это еще одна проблема. Может быть, она и даже станет основной. Если нам удастся решить вопрос с земельными участками, у нас останется только проблема выбора. А как вы планируете эту задачу решить? Как заставить человека быстрее выбирать землю? Или вы как-то другие какие-то пути предлагаете? Мы предлагаем другие пути, потому что если мы все-таки будем придерживаться права выбора, у нас рычагов для ускорения движения очередности практически не остается. Мы будем предлагать варианты либо жеребьевки, конкретное количество участков между конкретным количеством заявителей, или предоставление в жестком порядке очередности по порядку формирования земельных участков. Ну, если, чтобы было понятно, допустим, сформировали массив из 10 земельных участков, все они имеют свой временной промежуток постановки на кадастровый учет, один участок встал первым, там, через 2 секунды встал второй, третий, четвертый, пятый. То есть это все по документам прослеживается в зависимости от кадастрового номера земельного участка. И также в соответствии с очередностью первый, второй, третий, пятый в очереди будут предоставляться эти участки. То есть мы уходим от принципа выборности к принципу распределения. Как раньше в Советском Союзе предоставлялись квартиры. Ну, квартиры это были типовые, они друг от друга ничем не отличались, кроме расположения. А участки они отличались этажом, видом на помойку или на сад. Какие-то нюансы все равно были. Также земельные участки, поскольку это какие-то массивы локальные, один участок от другого будет отличаться только, ну, может быть, расстоянием от дороги. В принципе, участки формируются все аналогичной площади на каком-то, как я уже сказал, локальном участке. И с точки зрения места расположения они практически одинаковые и равноценны будут. Поэтому я думаю, что здесь мы права граждан будем минимальным образом ущемлять в части именно возможности выбора участка. Но нужен другой аспект иметь в виду. Мы, может быть, в чем-то ущемим право выбора человека, который стоит на очереди там, на ближайший. Но надо же думать о людях, которые стоят там за 1000. Если по неделе на человека тратить, мы ну эти 1500 будем реализовывать 20 лет. 20 лет? 20 лет. Это точный подсчет? 20 это лет, да? Приблизительный подсчет, вы его можете проверить. Несложно, 50 недель в году. Я так понимаю, ваша задача юридическая проработка проекта? Да, точную дату, когда мы справимся с этой проблемой, я, естественно, назвать не могу, потому что это все-таки муниципальный уровень. И ведение очередности, и предоставление земельных участков, и подбор земельных участков для предоставления. Мы только принимаем нормативные акты, которые на территории Омской области будут регулировать процедуру предоставления. Поэтому, естественно, мы работаем в тесном контакте с муниципальными органами власти. Мы советуемся, как им удобнее работать, какие для них процедуры будут более реализуемы. По большому счету, это не ваша проблема, вы просто прислушиваетесь к пожеланиям из муниципалитета, да, как им упростить жизнь. Да, безусловно, мы видим, что проблема есть. Естественно, проблема муниципалитета, она в конечном итоге, это проблема региона, это проблема губернатора, это проблема социальной ответственности его за тех жителей, которые на территории региона проживают. Поэтому мы не можем оставаться в стороне, естественно, мы здесь участвуем. Ну и плюс наша обязанность обеспечить нормативное регулирование. Ну, вот идеальный вариант. Все ваши изменения муниципалитет принял и начал работать по этой схеме предложенной. На ваш взгляд, очередь исчезнет вовсе, она просто очень быстро сократится. Какие будут изменения вот, происходить? Ну, в идеале в течение, там, может быть, года-полутора можно сократить очередь до какой-то текущей составляющей, когда, допустим, в течение там, одного, двух, максимум трех месяцев
вставший на очередь гражданин, многодетная семья, пройдут процедуру и получат земельный участок. Совсем, естественно, очередь не исчезнет. Люди будут постоянно подавать новые заявки, будут приезжать сюда, будут, даст Бог, рожать детей и попадать в статус многодетных семей. Естественно, у них будет возникать потребность или желание получить землю. Поэтому этот процесс, он позитивный на самом деле. Даст Бог, чтобы он был бесконечный. Пусть люди обращаются, пусть люди этот статус свой реализуют. То есть вы... проблемы на свою голову сейчас призываете. Не призываю проблему, мы просто смотрим в будущее и понимаем, что это объективная реальность, рождаемость у нас, слава богу, растет, поэтому надеемся на постоянное наличие вот этой, как вы сказали, проблемы. Таковы новости о распределении земли между многодетными семьями. О них нам рассказал министр имущественных отношений Омской области Вадим Меренков. Вадим Александрович, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на мои вопросы. Спасибо. Ну, а за сим время нашей передачи подходит к концу. 10 минут бывает достаточно, чтобы выбрать место, где хочется построить дом, но, конечно, бесконечно мало, чтобы возвести стены, особенно в месте для этого непригодным. Желаю вам, чтобы вы воплощали свои задумки в нужное время и в нужном месте. За сим до свидания, берегите себя, интересных вам тем для обсуждения.